приехали на Семаковский запустить карасиков. Тут брат его несет коровок. Так, велосипед мой не есть. Он же есть с рогами, им тоже интересно. Говорят, лови рыбка большая и маленькая. А здесь маленькую превратил в большую. Они велосипеды нам не попортят. Да нет, они. Любопытное место. Больше шансов, что на зиму что-то останется. Потому что рыбы много, рыбы разных птиц. Смотри, еще прорвало где. Что-то наделала вода. Думали, это вон где будет идти. А здесь вплотную. Что же делать? Он же говорил, этот специалист, который приезжал, что надо было снизу вверх поднимать дамбу, а не сверху накладывать. Так, как, он дамбу... говорит, а делается насыпь 1 к 3. То есть, если уровень высоты 3 метра, то это должна быть 9 метров откос быть в сторону. И начинать именно снизу надо отсыпать, снизу вверх. И тогда говорит, будет... Ну как, кто будет, когда бульдозер подошел снизу вверх? Вот так вот накатывать. Ну так он и делал. И потом снизу вверх, 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 вверх. Видел вот такое вот делать? Ну так нас... никак не будет. Это никак, потому что здесь мы стиснуты с двух сторон. Он рассуждает так, в новом месте где-то делается. Почему здесь-то он мог... Ну здесь никто не зайдет, здесь трактор утонет сразу. Но если он насыпать-то будет, как он ну, утонет? Ну вот куда дальше идти не может, уже все. Там даже больше брать, он тонуть начинает уже. Не знаю. На подходе 50 метров уже тонет. Никак. Это на бумаге. Он должен ее утаптывать постепенно. Правильно. А как она утопщит-то, когда она уже высота такая? И он оттуда может только столкнуть вниз, а там ее давить он никак не может. Никогда. Он мы начали когда делать, она уже дамба-то была. И каждый год подсыпали. Он и так близко подходит. Удавить он ее никак не может. Поэтому мы должны вот удавлены один слой, который здесь идет. Упирается. А там высота немеренная. Вот она там была, и тут никого не надо. Видишь, сколько мель покрыла? А было, вроде я приехал, больше воды было. Как тебе кажется? Только солнечные дни стояли. Я приехал, кажется, выше она была. Солнечные дни-то стояли, испарилось много воды-то. Но она нигде не протекает. Я не вижу.
два варианта. Если он будет бульдозер здесь, мы будем его поднимать край. Вот этот полностью. Почему где было вот это? Там-то нигде не прорвало. Я до этих вот мерил по уровню, а дальше я уже никак не мог мерить. На глазок. На глазок она выше вот столько вот и сразу потекла. Потекла, сразу заметили. К утру она уже яму сделала. Ну и дальше забурлила. Как-то знать, как я никак не мог знать. Прибора не было. Да и бульдозера не было, вручную таскать. Уж потом маленько помог. Там плавает. И теперь мы будем эти, которые где-то толкать вниз. А как он это дальше-то? Никак. Он туда не может, он сразу опрокинется. Это смертельный исход. Никак нельзя это. Он когда с нуля делает, вот так вот, да, он тапнует дальше, дальше, дальше постепенно. Это Игорь, который вон там делал это, ну, силосные ямы были. Вот сейчас здесь сюда он будет гладить и сразу притаптывает, и все выше, выше, выше. А тут-то никак, дамба. Он с одной стороны к дамбе не может топтать-то. Он связан вот только под гусеницами. И каждый раз оно все меньше и меньше места остается. Там посмотри, второй мостик-то, глубина-то какая. А вот здесь мы когда делали, шифером обложили низ. А тут шифер около Андрея есть. Волна-то разбивает. А еще она, ну, пыль одна. На нее ногой никто не ступал. А со временем она сама делает осадку. Трава прорастает. А тут ничего не было. Год один. Это я понимаю, что он говорит. На бумаге теоретически можно и правильно. А на деле, вот на нашем, ты можешь. Какие специалисты не были, приезжали никакие, это там депрозиомы, мелиорации, сказали, везде все разрывает. Кольщина, они даже не пытаются, говорят, сохранять. Прорывает, вода ушла, прорву. Вот такая вот, а бульдозер, много земли нагреб, дамба готова. А мы-то хотим, чтобы это собирали, все осталось. Все, слава Богу, за все.